Шаги Победы. Маршал Победы Леонид Александрович Говоров, командующий Ленинградским и Вторым Прибалтийским фронтами, герой Советского Союза. Леонид Говоров с первого дня начальник артиллерии на Западном фронте. В 1942 году принимает командование Ленинградским фронтом. В 43-м и 44-м командует операциями по снятию блокады города на Неве. После координирует действия Прибалтийских фронтов в Рижской операции. С конца 44-го руководит боевыми действиями по блокаде Курлянской группировки противника. В январе 45-го за образцовое выполнение боевых задач награжден звездой героя. Шаги Победы.